Противоположно, если это вот тут, то значит это вот тут где-то. Это по диагонали, это же... А! Да. Ой! Подписчик! Подписчик! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жейкой мы продолжим троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность по предыдущим роликам. Нам очень нравится, что вам нравится данная рубрика, и вы ставите столько больших пальцев вверх. Поэтому, ребята, как обычно, не забывайте ставить большущий палец вверх прямо сейчас на вот эту серию, если хотите, чтобы мы с Жейкой продолжали записывать троллинг как можно больше, не зырь на мой лоб, как можно больше, как можно чаще. Поэтому ставьте, ребята, лайки, если хотите больше серии по троллингу. Все, пожалуйста, сзади, я хочу. Да, собственно, погнали, погнали троллинг. Ему нечем заняться просто, все, давай. А что, прикольно, по-моему, получилось. Да, на плечи мне сел. Да, мне понравилось. Все, давай, короче, я строй свою жопу, как всегда. Я пошел строить свой великолепный шкаф. Пошел в задницу. Ух, ребята, что-то так холодно дома, мне аж пришлось кофту надеть, потому что вообще невозможно. И я на самом деле, ребята, опять не знаю, что строить для Эдисона, и просто вам сейчас говорю, что когда я что-нибудь построю, я обязательно вернусь и покажу вам, что получилось. Ну а пока что... Поставьте лайк, да? Можете пока что поставить лайк, пока ждете, пока я построю. Да. Итак, ребятушки, я тут немножечко построил, и сказать честно, мое первое испытание будет, ну, наверное, самое простое за всю историю троллинга, но оно будет, тем не менее, очень веселое. Когда Эдисон попадет на мой троллинг, он увидит вот такую вот замечательную комнату, где он, собственно, сможет поехать только в эту сторону, на вагонетке, которую он найдет вот здесь вот. И, кстати, может быть, кто-нибудь заметил, здесь написано «лох». Это троллинг, понимаете, да? На высшем уровне троллинг. Направо он поехать не сможет, потому что здесь стоят невидимые блоки, и в принципе ничего он сделать не сможет, как только взять вагонетку и поехать сюда. Но когда, ребята, он поедет сюда, его ждет просто незабываемое путешествие. Он поедет, он вернется в ту же самую комнату, упадет вниз и поедет дальше, ребята, по воздуху. И когда он доедет до сюда, он наступит на вот эту вот нажимную плиту и телепортанется на второе испытание. В принципе, это такое вот небольшое вводное испытание, которое... Даже его, собственно, не троллят. Просто так оно сделано, чтобы он немножечко проехался и поудивлялся. Итак, ребята, вторым испытанием у нас будет метро. Да, ребята, вы не ослышались, именно метро. Эдисон попадет на какую-то станцию, где не будет поезда. Да, его там не будет. Сейчас он есть, но его не будет, когда будет играть Эдисон. И вдруг... Мгновенно он, ребята, появится с помощью специальной команды. Я скажу Эдисону, что поезд прибыл, ты можешь в него заходить. И когда он в него зайдет, я с криками «Аллах Акбар» забегу туда и его взорву с помощью специального нагрудника, который сейчас я вам покажу. Мы добавили мод на каких-то там террористов или на что-то вроде этого. И, в общем-то, если я надену вот на этот вот этот жилет и возьму в руку детонатор, сейчас я вам покажу, то я, собственно... Если нажму на детонатор, то я взорвусь. Смотрите, ребята, я нужно как-нибудь подальше уйти, чтобы я не взорвал карту. И нажимаем на детонатор и... ПАНЧ! И, ребята, я взрываюсь и взрываю за собой очень-очень много блоков. Собственно, я так забегу к Эдисону, он, наверное, испугается и побоится ездить в метро. Ну, я на это надеюсь. Ну и посмеется, наверное. Итак, ребята, последнее испытание. После того, ребята, как я его взорву в виде террориста, он попадет в тюрьму. Да-да, именно в тюрьму. И здесь его будет ждать охранник, который не даст ему выйти. Но у него будет две кровати, две печки, два верстака и три сундука. Что же он будет делать? Наверное, вначале он откроет сундуки и заметит в них рычаг. Но если, ребята, он откроет вот эту дверцу, то есть она просто так не открывается, то его этот охранник убьет с одного удара, то есть он никак не выберется так. Но если он нажмет на одну из этих печек, то тут, ребята, просто все нафиг рванет. Да-да, просто возьмет и все взорвется. Потому что это специальные печки с ловушкой. А если он, ребята, нажмет на верстаки, то угадайте, что будет? Да, он тоже бомбанет, но тоже взорвется. Все, выхода нет. Понимаете, выхода нет! Выхода нет! Собственно, да, я думаю, этого будет достаточно. Я не люблю строить огромные карты, все же троллинг — это веселье, а если ты смеешься слишком долго, то тебе уже не становится смешно от каких-то либо вещей, которые происходят. Поэтому, я думаю, на этом хватит, и будем ждать, пока построит нам Эдисон. Кстати, Эдисон мне постоянно строит карты там на 15 минут, что это просто жесть, но... Ему так нравится, поэтому окей. Ну что, Жека, а? Построил? Ну да, слушай, я построил, я готов тебя уничтожить.
Ты а то меня уничтожишь, да? Я вот тебя готов уничтожить в прямом смысле. Что? Это что такое? Нет, ты ничего не видишь, ты ничего не видишь. Ты ничего не видишь. Так, Эдисон, включай геймод 0. Ну или геймод 2. Геймод 2. Ладно, давай. Так вот, собственно, проходи. Сегодня я тебя буду взрывать, уничтожать и все, что только можно. Давай. Ну, ладно. Ой, все, прохода нету, на этом закончился мой троллинг. Так, Жека, что-то мне не нравится, сундучок очень не нравится. Это не сундучок, это тебе подарочек на Новый год, опять же. Там написано лох, ты разломал лох. А, это ты про себя написал? Ладно. Да. Так, Жека, как я понимаю, сюда я не могу пройти, да? Да, поэтому у тебя, в принципе, нет выхода, как ехать туда. Жека, может, не надо, может, я сюда пройду. Вот, слушай, Эдис, это ничего не будет, все будет хорошо, просто иди сюда, не переживай. Что-то я не хочу туда идти, Жека. Ну, ладно, меня, наверное, у тебя нет выбора. Выхода, да, у тебя нет выбора. Ладно, поехали. Так. Ой, стой, не едь! Стой, куда? Стоять! Зачем ты вылез? Так, Эдисон, привет. Я прошел. Собственно, смотри, ты сейчас, мы скоро поедем в Москву, и ты находишься в московском метрополитене. Вот, не важно, не смотри, что там сзади стена деревянная, ты ждешь поезда. Ты отправляешься на станцию Тролилевскую, вот. Ну ладно, дальше. Поезд скоро прибудет, ты, главное, ты его подожди, понял, да? Да, мне просто его ждать. Да, ты просто жди поезд. О, смотри, приехал поезд! Нихрена, ты как это сделал? Ну, собственно, смотри, Эдисон, заходи в поезд, сейчас мы поедем на станцию Тролилевскую. А важно, какой вагон? Да не, можешь любой выбирать, ты, в принципе, хоть там можешь за машиниста сесть. Вот. А где машинист? Где машинист? Да, вот там, за стенкой. Так, в общем, смотри, Эдисон, ты знаешь, что в метро странные вещи иногда происходят. Всякие там теракты, вот всякое такое. Алаба! Алаба! Так вот, Эдисон, ты не усвоил урок. Нужно всех подозрительных личностей сообщать машинисту электропоезда. Так вот, тебя за твои злодеяния, за то, что ты меня не сдал никому, я же террорист, да? Ты не сдал меня никому, тебя посадили в тюрьму. Ну. Тебе нужно из нее выйти. Ладно. Опа! И что? Да, не, ничего. Ну. Ты что ты нашел? Рассказывай, что ты нашел? Я рычажок нашел. Рычажок. Это кажется ключ от двери, да? Да, и как мне ее поставить? О, нормально. Ай, подожди. Ну все, ты в принципе молодец, ты почти у меня почти получилось выбраться из тюрьмы. Мне кажется, у тебя получится, если. Жек, он меня с двух ударов убивает. Да, у тебя получится. У меня не получится. Эдисон, у тебя получится, главное, ты не переживай. Да не получится у меня ничего. Ну блин, тогда оставайся в тюрьме, все, у тебя нет другого выхода. Теперь у тебя реально нет другого. Все, пока. Он меня через дверь убил даже. Так, смотри, Эдисон, можешь как-то в другой есть какой-то выбор, как отсюда вылезти? Вот мне поищи, может, там здесь что-нибудь найдешь. Мне кажется, тут все нормально. Да, короче, мораль такова, тебя посадили на пожизненное. Вот чем ты. Ты, оказывается, еще террорист, все, теперь точно на пожизненное. Так, все, ладно. Тебе опять нужно меня слушаться. Пошли. Хорошо. Ну, в принципе, все, Жека, давай, проходи вот туда. Это мы тоже на каком-то метрополитене, да? Видишь, деревянная стена, ты повторяешь. Да. Понятно. А что, мне нужно сюда пройти? Ну да, тебе нужно вот сюда зайти внутрь. Так, то есть ты мне даже на троллинг сам пусть не хочешь. Да, даже не хочу на троллинг. А как тебе зайти? Что за фигня? Нет, это не получается. Ну ищи, я не знаю, есть какой-то проход, нет какого-то прохода. Да мне кажется, не. О! 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 А я жив! Ты четырюга же. А, то есть мне сюда нельзя, да? Сюда не надо. Или надо? Я не знаю, можешь вообще просто тут стоять, ничего не делать, мне как бы по барабану это троллинг. Ну ладно, хорошо. Так, я прошел то первый танец, меня не затроллил, все. О, у тебя что-то там горит, кажется. Да, все нормально, все с контролем, Жека. Да, так и... Давай, проходи, не боись. Что-то какой-то странный тебе. Так, Жека. Тебе нужно открыть вот эту дверь. Как ее открыть, решай сам. Любыми способами, открывай как хочешь.
Что это такая за раздевалка? Да вот просто так, не знаю, может там что-то есть, может там ничего нет. Я пошел, а я не могу, да! Так, подожди, а что делать? Ищи подсказки, смотри куда, что, я не знаю, не знаю уже. Так, хорошо, ладно, я на все потыкаю, так уж и быть, потыкаю. Так, хорошо, что мне делать? Ищи, ищи, ищи дальше проход, я не знаю, как тебе выбраться. Да в смысле, не работает ничего, все, все поломал. Все работает. Ой, ой, ой. Ой, и что это? Там, а что там такое? А что это значит? Такое? Не знаю. Не знаю, Жека, тыкай на все подряд. Вот это тебе моя подсказка. Что за фигня? Что за фигня? Я провалил. Ну тут дальше я не могу провалиться. Ну, не знаю. Значит, там прохода нету. Или есть? Не знаю. Так, хватит! Такие слишком сложные карты. Ну я тыкай, ничего не понимаю. Тыкай. Я тыкаю, да на все. Ты только тыкал на стены, ты не тыкал на пол, на потолок, допустим. Я не знаю. На потолок. Да хватит проваливаться. Может на пол, я не знаю, может тебе. Ой, может тебе на пол нужно тыкать. О! Я прямо по центру не заметил люка. Не знаю, ну давай. Так, мне кажется, это здесь явно что-то. Ну, дебил. Да в смысле? Я думал, как сюда надо прыгать. А что, я что-то открыл? О. Открыл, но тебе, Жека, нужно додуматься. Как тебе кинуть что-то вот сюда, чтобы двери открылись, а? Чтоб ты прошел дальше. Боже мой. Что я могу сюда кинуть? Я не могу даже ничего ломать. Тыкай на все подряд, Жека, на все. Я на все, на все, на все, на все, на все. У тебя тут есть подсказка, да? Вот подсказка есть, да? Угу, да, подсказка. Теперь противоположно посмотри на другую сторону потолка. Ну, в смысле, вот туда. С другой стороны. Противоположно. Если это вот тут, то значит это вот тут где-то. Это по диагонали. Да. А-а-а! Подписчик! Подписчик! Нет, я не могу бить подписчика, Эдисон, что ты мне... И теперь додумайся, тебе нужно подписчика скинуть в яму, чтобы... Да-да-да, я понял, я уже понял, я понял. А, он сейчас умрет! Все, все, бегу. Это было сложно. О. Ой, ну ты додумался. Ну тебе, Жека, у тебя... Ну, как тебе сказать? Есть задание. Я там забыл просто поставить, поэтому ничего такого. Садись на лодку, тебе на лодке нужно переплыть вот сюда, именно на лодку. А сундучки что там? А, ну сундучки, ну вот, сначала доплыви вот сюда, и смотри, у тебя тут есть преграда, тебе нужно ее как-то сломать, поэтому, ну, я и поставил сундучки, может там где-то будет кирка или еще что-то, я не знаю. Ну только лодки-то у меня больше нету. Кого нету? Лодки не, о, я могу ломать. Нельзя ломать, да? Нельзя ломать. Ну ищи сундучки, ищи сундучки. Так, хорошо, я ищу. Так, ну пойди, ну как, ничего не... А, у меня есть блоки, я могу их ставить? Не-не-не, блоки нет. Ищи сундучки, тебе в сундучках нужно найти кирку и сломать вот эти два блока. Да? Да. Да? Ну что-то как-то это, по-моему, не так. Вот тут, где-то вот тут, Жека, вот где-то да, вот тут. Да, где-то есть тут. Сундучок какой-то. Ты да. Какой-то очень медленный, если честно. Это все проходится за 2 минуты, вся карта. А, подожди, там, по-моему, что-то... Нет. Да, ничего там нет. Yeah. А, вот, там сундук. Все, я понял, я понял. Нет. Я что-то просто не туго думал. Не, вот эти, Жека, тебе надо... Ой, это... Эдисон, извини, я не хотел ломать тебе твою карту. Что ты сделал, Жек? И что ты сделал? А что, сразу сюда, да, пойти могу? Нет, туда нельзя. Ты поломал мою карту, Жек. Мне нужно будет. Ладно, туда. Все, я пошел. А! Сам попался в ловушку. Значит так, Жек. Финальное твое испытание, финальное. Ты поломал всю мою карту, зараза. Так не планировалось. Так, Жека. За одной из этой двери... Да не ставь ты вот это. Не надо писюны строить. Уже подписчики и так говорят, что ты какой-то извращенец. Так. Жека, за этой, ну, короче, вот ты видишь, вот эти сколько тут дверей, 6, да, или сколько. Короче, за одной из этих дверей есть банк с бесплатным баблом. Ну, тебе нужно найти одну дверь, я тебе дам подсказку. А правильная дверь — это мой день рождения. Ищи правильную. Слушай, подожди, а что-то нажимается тут? Ой, ну это просто, это просто. Да, да. Ага, да, сейчас за. Так, твой день рождения, да? Это 22.07. Ну, значит, иди туда. Иди туда, да. А, ну блин!
Жека, стой. Иди сюда, иди сюда. В принципе, ты правильно прошел, там везде были криперы, всякие падения, а я тебе зря давал подсказку, но ну ладно. Жека, у нас, если честно, концы совпадают. Ты тоже попадешь сейчас в тюрьму. Да! Плагиатер! Он плагиатер! Он специально все. Он специально там пока это. Когда прошел, быстренько прилетел, построил тюрьму. Плагиатер! За секунду построил. Плагиатер, да. Ты попал в тюрягу за то, что ограбил банк, поэтому иди, знакомься со своей камерой, смотри, что там есть. Знакомься с Стефаном, который будет до конца жизни над тобой издеваться. Нет, нет, я хочу обратно. Да я же правильно ответил. Лучше бы меня крипер взорвал. А ну пошел нафиг, Стефан. Стефан твой дружок до конца жизни, он тебе будет дрючить и пучить каждый день. Я ему сейчас палкой изнасилую, а ну помогите! Голубки, оставайтесь тут до конца жизни, я пошел отсюда. Эй, Дисон, не бросай меня, пожалуйста, вытащи меня отсюда. Как тебе Стефаном живется? Да идеально, мне просто, мне очень нравится. Даже покакать не дает, иди ты в жопу. Иди ты в жопу. Не отстанет никогда, так что... Ладно, голубки, живите тут и поживайте. Помогите! Все, мне кажется, на этом можно заканчивать уже, да, Жек? Да, я думаю, можно на этом заканчивать. Точно. Ох, не скучаешь по Стефану? Ой, да, ой, скучаю-то! Особенно по палочке своей, которые вы... Ребята, все, хватит. Ставьте большой палец вверх на вот этой... по троллингу, если хотите, чтобы мы с Жекой выпускали троллинг как можно чаще, как можно дольше. Поэтому, ребята, ставьте еще раз большущий палец вверх на наши видосы. Да, Жека? Да, и также пишите ваши комментарии. Мы читаем абсолютно все комментарии ваши, так что пишите их. Мы прочитаем, обязательно их оценим и, может быть, даже ответим. Да, ребята, большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Покедова, ребят.